Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Вирджилио Матионе ди ла Фуэнте. Вирджилио Матионе был художником постромантического реализма и центральной фигурой современной андалузской школы художников. Я пользуюсь Википедией переводной. Родился в Севилье 30 января 1842 года. Обучался в провинциальной школе изящных искусств Севильи. Среди учителей был Эдуардо Кано, известный своими историческими картинами и победитель национальной выставки изящных искусств 1856 года, и Хоакин Домингес Бекер, другой представитель севильской живописной школы. Закончил обучение в Академии Киджи в Риме между 1872 и 1874 годами. Вернулся в район Санта-Крус в Севилье и открыл там студию. В 1886 году Матионе был назначен членом Королевской Академии Изящных Искусств Сан-Фернандо де Мадрид. В 1887 был выбран преподавателем отделения живописи провинциальной школы изящных искусств Севильи, которая стала частью Севильского университета. В 1917 году Матионе был назначен директором Академии прикладных искусств. Матионе создавал портреты и картины на религиозные и исторические темы. Он также публиковал статьи по истории искусств и был признан одаренным писателем и поэтом. Получив заказ на роспись фресков и алтарей в ряде религиозных учреждений, Матионе экспериментировал со средневековыми техниками золочения и чекан и использовал цвет и свет в качестве композиционных элементов. В 1881 году был награжден второй медалью Национальной выставки изящных искусств. Умер Матионе 20 января 1923 года в Севилье в возрасте 80 лет. Вот так вкратце, данных не очень много из переводной Википедии о художнике постромантического реализма и центральной фигуре современной андалузской школы художников Вирджилио Матионе ди ла Фуэнте. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.